Всем большой DC-шный привет. И сегодня на очередном Жора в Жорыче будет вот такая вот пироженка малиновая. Ну и соответственно под кофе. Кофе у нас как обычно без сахара, а пироженка с темным шоколадом. Внутри малиновое суфле должно быть. Натуральная малина. И с черным шоколадом прям вообще бомба. Умеют казахи делать вкусные вещи. Здесь у нас 390 килокалорий. Ну и где-то 150 килокалорий в одной такой пироженке, потому что она у нас 40-граммовая. Очень сытная и очень вкусная, лучше чем молочный шоколад. Черный шоколад вообще прям бомба. Те, которые захотят попробовать данную вещь, очень даже рекомендую. Казахи молодцы. Но есть еще и российское производство, насколько я знаю, такой же фирмы. Там со вкусом вообще полный шлак. Делать они не научились, ну либо не хотят. Вот. Подписывайтесь на канал. Всем пока!